Мы в Барнаульском, в Барнаульской выставке рыб. Ну, черепашка плавает. Да? Я не зажму, что он. А вот где он? Аня! Смотри, из Немо рыбку. Рыбаклоун? Ну ничего. Ой, какие красивые. Хорошо. Так быстро тыкаешь. Ваня, рыбаклоун. Сом тут есть. Вот он сом. Ой, большой такой. Смотри, усы какие у него. О, мощные. Это рыбешка. Сом. Белый такой. Плоскоголовый. Щука. А с кем она живет? Мамочка, красота акула, круги нарезает. Ой. Она вот такая, наверное. Видишь, зеркало, а это? Там написано, наверное, сколько она. Это крабик сидит. Есть только их. А где еще? Ну, три. Ну, правда. Там завалил. Вон еще у них рыбка какая-то плавает. Еда. А чем он питается? Рыбками? Водоросли. Таких рыб вижу. Паку или паку. Это щука. А с кем она живет по соседству? Щука. Тоже щучка? Ой, смотри, красиво как тут. Мамочка, красота какая.
А здесь кто? Бак. Триуникс какой-то. А что, его нету? А это вот это он, что ли, лежит? Да. Ой. Ну-ка, там смотри. Смотри, скал. Ой, какой красавец. Интересно. Включай, если. Питу. Пашка. Ой, как она приземлилась. Плавно вот так. Правда. Сына, смотри, найди, можно ручку туда по этой. Опустить. Сильно не пихает. Задел его? Ну, еще попробуем. Привет. Это кто, карпы какие-то? Карпы. Это руку упустил, как подойдет. Карпы какие красивые. Испугался. А вон тот, смотри, какой длинный.